Этот мужчина нагло забирает деньги бездомного и, как ни в чем не бывало, направляется в сторону отеля. Бродяга бросается за ним, требуя вернуть деньги, но охрана останавливает мужчину. Он пытается объяснить, что его обокрали, но охранник не верит и пытается вышвырнуть его на улицу. Вдруг появляется администратор. Она спрашивает, есть ли у мужчины какие-либо доказательства. Бездомный рассказывает, что его купюра была надорвана, и она может это проверить. Девушка обещает, что во всем разберется. Она просит мажора разменять деньги для торгового автомата. Мужчина дает ей надорванную купюру, и девушка понимает, что все это правда. Она публично обвиняет воришку, но тот заявляет, что его отец владелец этого отеля, и девушку ожидают большие проблемы. Вечером босс пытается выяснить, что же произошло. Поначалу он очень обеспокоен, ведь на кону репутация отеля. Но когда мужчина узнает, что его сын обокрал бомжа, он смеется девушке в лицо и говорит, что если она сейчас же не прогонит его, то будет просить милостыню вместе с ним.